Русская деревянная архитектура и особенно церковная архитектура – это одна из самых ярких страниц истории русского культурного наследия. И я много путешествовал, особенно вот на русском севере, и видел такие удивительные храмы, церкви, кое-где они уже не существуют, но все-таки то, что сохранилось, имеет огромное значение для идентитета, вот, для русской культуры, и надо все это сохранить. Но это, конечно, сложная задача. Церковь она сама не может сохранять все, что есть. Часто вот такие деревянные храмы находятся в заброшенных селах, в деревне, в глуши, но все-таки уже специалисты, волонтеры стараются сохранять, возрождать вот это великое наследие. И вот история вот этих храмов – это история русского народа, особенно на севере. Там были не только деревянные храмы, конечно, и каменные были, и об этом тоже в свое время опубликовал статьи, книги. Недавно у меня вышла новая книга. Но здесь не только деревянная архитектура, хотя на обложке известный деревянный храм Адигирийской иконы Божией Матери. Вот на экране вы увидите другую мою фотографию этого храма. Я там был и летом, и зимой 2000 года. После этого они разобрали храм, но сейчас восстанавливаем. Так что будем надеяться, что вот этот шедевр будет всем виден. Действительно, это очень много сложностей и технологические, и денежные, и финансовые. Но деревянная архитектура, можно сказать, один из самых главных достижений русской народной культуры. Да.